Двери. Давай, давай, заходи быстрей. Дверь вонючая. Есть, есть, успели. Ха-ха-ха, ребята, вот он. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon. Серега, Кефирчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем хаюшки. Я вернулся. У нас сегодня очень классная рубрика, самая любимая на моем канале, аниматроники пугают охранника. Мы скачали новую большую пиццерию. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Сегодня у нас очень классные правила, потому что мы будем ходить по пиццерии, охранять ее, а аниматроники должны нас поймать, но у нас есть, как в защиту, вот такая вот маска. Ну и просто убежать за угол. О, кстати, это офис наших охранников. Пацаны, заходите. А где еще один охранник? Нету? Нету. Закрываем. Так. Аниматроники сначала, наверное, добрые будут ходить. Так, а здесь можно как-то открыть? А, не ломается. Так, хорошо. Идемте туда изучать пиццерию. Пошлите. Она очень большая и классная. Так, аниматроник сначала ходит. Очень добрый. Никого не трогает. Так, здесь миллион дверей. Так, да, он добрый. Никого не трогает. Опа, какой-то баг был. Просто ходит. Отлично, отлично. Так, а мы делаем обход, чтобы никакие злодеи не залезли и не обокрали нашу пиццерию. Так, здесь стоят аниматроники. Еще пока не ожили. Всякое может быть. Так, никаких злодеев нету. Кто у нас здесь? Ага, здесь пацан... Опа! Стой, 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 стой! Он злой был или добрый? А! Я не понимаю, он добрый или злой? Что делать, что делать? Вроде бы полузлой, полудурок. Так, пока мы с маски пойдем, ребята. Типа я свой. Маска снимается. О, тут туалеты есть. Кстати, я просто карту скачал, но мы ее еще не проверяли. Давайте вместе посмотрим, как тут что. Дверь сквозь туалеты проходит. Это очень странно. Отлить. Опа! Есть контакт. Аниматроник меня замочил. О, я появляюсь на кассе. Есть первая буква в алфавите. Первая смерть есть. Очень страшно. Смотрите, он уже бегает. Он уже бегает там. Псих, псих. Бежит. Одевайте маски. Одевайте маски. Походи. Пацаны, осторожно, осторожно. Этот псих может всех убить. Так. Ходим, смотрим. Все хорошо. Мы с кефирчиком. Я уже задыхаюсь в этой маске, блин, вонючей. Мы сидим с кефирчиком, нам страшно. Да не бойтесь, пацаны, он вас всех убьет. За это я боюсь его. Ого. Где он? Здесь очень много классных игровых автоматов. Пошлите сюда, сходим. Так. Побежал, побежал. Я заныкаюсь. Ребята, будем прятаться. Осторожно, пацаны, он очень злой. Он уже сидит на жопе. Что-то говорит постоянно, какие-то Опа, он выглядывает за мной. Закроемся в туалете и посидим немножко. Можно успокоиться. Кстати, его голос слышно на всю карту, да, пацаны? Так, снимаем маску. Так, что у нас тут? МЖ. Джентльменский и мадамский туалет. Мы успели дверь закрыть. Успели? Да. А вы в офисе, да, пацаны? Да. Молодцы, молодцы. Я еще здесь хожу. Карта-то реально большая. Я сейчас испугался в маске. Ого, его глючит. Ашу, подожди, сиди здесь. А что он говорит? Кто знает английский? Мне плохо было с английским. Можешь от меня бежать, но тебе не спрятаться от меня. Понял. Тут уже завалили шкафы. Идемте сюда. Надо прятаться. Надо, надо.
Давайте удалим решетку, чтобы можно было проходить. Мне кажется, так будет интереснее. Закрываем двери. Отлично, отлично. Двери закрыты. Здесь закрыто. Все, ждем. Открой. А где ты там? Я за дверью. Давай, давай, заходи быстрей. Дверь вонючая. За... Есть, есть, успели. Ха-ха-ха, ребята, вот он. Вот это было стрёмно. Он хотел нас реально замочить, но у него не получилось. А, вентиляция еще есть доступна. Ну, если что, успеем выбежать. А! Калашматки! Ну, блин, ну я же... блин. Да я думал по шагам, что он ушел, а он не ушел. Он обманул нас. Ах ты хитрый жук. Так, берем маску еще, ребятушки. Надо было маску одеть. Я забыл, что маска есть. Не успел одеть. Не успел? Он очень быстрый. Вот он стоит. Я буду за ним, ребята, наблюдать вот так за угла. Опа, сел. Сидит, 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 смотрит. Хочет кого-то убить, но не знает кого. Так, сюда пошел. Ты думаешь? Да. Я... Ай, ну я же маску не хотел сделал. Не усп... Ну ладно, 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 поймал меня. Молодец! Отлично. Выдвигаемся. Где он, ребята, вы его видите? Нет, мы я вышел только из кабинета. Да? А где он, где он? Ребята, будем вот так чекать его на картофанах. Там какой-то злой, да, аниматроник? Да. Вижу, вижу, вижу. Маска, маска. Так, заходим за угол круглого дома. Ух ты, как смеется страшно. Он как Джокер похож. Где он, где он? Он сейчас по этому ходит. Вижу, да. Вижу, я в маске, я в маске. Кстати, в маске особо быстро не побегаешь, да? Ой, одел, одел, одел. Кто там из этих? Да я же добрый, аниматроник, эндоскелет. Так, заходим. Он за мной ходит, он меня чем-то, пацаны, подозревает. Эй, не кричи на меня, я дом. Да хватит орать. Блин, я в маске сейчас задохнусь, еще если 5 секунд, я... Ай-яй-яй, надо убегать, с маску сейчас надо снимать. Дверь открыть. Давай, 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 сюда. Ой, одел, одел. Хоть воздуха вдохнул, очень тяжело под маской дышать. Еще бы чуть-чуть и слился бы. Я противогаз. Опа, еще... Одел. А где он делся? Я его не вижу. Так, на картофанчиках посидим. Куда маску надел? У меня маска пропала. Вовремя я у ребята убежал! Вовремя я убежал! Это было на рандом полный. Еще бы чуть-чуть Серега меня убил. Он ждал, пока я сниму маску, чтобы меня убить. А убей, пожалуйста. Спасибо. Закрываем двери. Посижу здесь. Здесь какая-то подсобка. Ведро с мочой какой-то, с саками. Саке. Так. Отлично, отлично. Где он? На жопе лазит. Эй-эй-эй-эй, быстрей, быстрей, быстрей. Дверь, закрывайся. Да им ждем. Я слышу, подходит. Ходит, ходит. Ребята, слышите? Это очень стрёмно. А вот здесь нет. Пошел сюда, пошел туда. А ты где, Дим? Я не скажу. О, о, привет. Ищет, ищет. Я свой, я свой. Надо выйти. Беги, глупец. А я бегу, 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 бегу. О. Закрывай, закрывай, закрывай. Я в маске уже был. Ну блин, еще, ребята, это было очень прикольно. Вот хитрый жук. Молодец, Серега. Реально красавчик, подловил меня. Я все-таки до последнего надеялся, что я буду хорошо тащить. Ну, как говорится, что-то пошло не так. Так. Дверь закрыта, это очень... А как мне отсюда выйти? Так, берем маску. Ой, я сниму пока маску.
оружие. Эй. А ты за дверью. Я хоть теперь буду знать, что здесь. Здесь ничего нет. Видеомагнитофон. Было бы классно, если бы камеры можно было клацать. Слышь, что там возле дверей? Вот кассеты есть, наверное, смерти всех охранников. Походу записывали на фильм. Да-да-да-да-да. Слышь, что там что-то включает, какие-то кассеты? Я не буду. О, я хотел свет включить. А здесь свет не работает, почему? Вот, блин, да, кнопка открывания, вот так. О, идем за мной. Там безопасность. Идем, 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 я знаю, куда можно пройти, где он нас не найдет. Не, здесь безопасно. О, он тут сидит вообще на крыше. Безопасно, посмотри. О, смотри, я держу, держи, притуль, этот, ногой прижимаю. Ну не так сильно, чтобы все равно толкать могли. А я могу взять? О, так я могу пройти здесь, смотри. А я застрял. Плюштрап! Где? Дверь. Маска. Дверь-то не закрывается, я нажимаю, она не закрывается. Убил, убил наших пацанов, а мы стоим. И... Я бегу от него, я убегаю. А я убегаю от аниматроника. За попу кать, как делать. Ох, вот это... Это было жестко. Укусил, укусил. Я так еще голову повесил в конце. А где этот аниматроник? Психопат. Все, я вижу, его стоит. Пошел, пошел, такой походняк прикольный у него. Давайте здесь посидим за уголком. Я слышу, он там ходит. Слышите? Конченые звуки издает. Точнее, стрём. А мы сидим, нам стрёмно. Блин, я хотел бомбу взорвать! Короче, эту пиццерию надо, ребята, уничтожить, а Серега не дает бомбу нам взорвать. Там есть бомба, ее надо как-то взорвать. Только я взорву бомбу здесь. Нет, нет, да. Я тебе не дам. А где бомба? А вот где-то вот здесь вот лежит. Где она там лежит? А я не... Ой-ой-ой. Получается, не мы Серегу убили, а Серега нас. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу в ТикТоке, в Инстаграме. Во всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.